Так, добрый вечер. Вечер у нас уже. Хочу показать, как персик буду пересаживать. Ну, вот этот мой нож. Я ему прививки делал. Он маневрируется, фиксируется. Строительный нож. Оставляю 5 мм. Фиксирую. Брусок 30 мм. Деревянный. Белую прокол. Прокалывается бутылка, идет круговое вращение по окружности, то есть крутишь, окружность заканчивается. Потом делается вертикальная просечка, одна сверху до низу, поворачивается 180 градусов, вторая, то есть половинка отделяется, дно соответственно тоже выпадает, и ладонью держишь вторую часть, доводя ее до лунки. Ну, сам персик уже вот такой.